ранняя осень не входила никак в мои планы. Иначе, чем депрессию, холода эти не вызывают. Не знаю, я люблю осень. Знаешь, у меня прекрасное настроение. Вообще, я люблю осень вот настолько, вот, насколько я любил Пушкин. Ой, елки-палки, сравнила. Где Пушкин, где ты? А вот именно, где сейчас я и где Пушкин. Ой, ну по тебе-то видно, что ты, как всегда, всем довольна. В красках осени вон вырядилась. А с чего ты вообще взяла, что Пушкин – это осенний поэт? Нет, я сказала, что он просто любил этот период. А знаешь, почему? Почему? Потому что осенью его творчеством начинали интересоваться абсолютно все студенты и школьники. Ха, независимо от того, нравится им это или нет. Сегодня в программе. Что отличает талантливого ребенка от того, для которого в детстве создали все условия для развития? Практически ничего, за исключением того, что условия должны быть правильными. За ответами на вопрос, какие именно критерии важны, мы отправились в Центр дополнительного образования «Реноме». Студия отделочных материалов Starline успешно работает на магнитогорском рынке уже почти 12 лет. Диапазон клиентов от самых капризных до тех, кто еще сам не знает, чего хочет. Работники магазина найдут подход ко всем. Кто не мечтает о красивой улыбке и здоровых зубах, отбросить все страхи и сомнения помогут в клинике VivaDent. Ну, давай немножко делаю хотя бы утя-утя так. Сейчас утя не в моде, сейчас в моде рыбий зевок. О, это как рыбий зевок? Что, не знаешь, как рыбы зевают? А, рыбы зевают, ну, это вот так? Нет, только ты зачем челюсть вперед сделала? А как надо? В другую сторону? Немножко так расслабить и как будто бы дышать через рот. А, если плохо получается дышать через рот. Рыбий зевок. Ох, рожа. Ой, что ты переживаешь? У меня немногим лучше. Ну, вообще-то я про тебя имела в виду. В смысле? В общем, дорогие телезрители, я думаю, вам куда приятнее будет смотреть не на наш рыбий зевок, а следующий сюжет. Ну, давай рыбий зевок отрабатывать. Я так и не поняла, как это? Челюсть надо вперед или нет? Ну, ты можешь делать челюсть вперед. А нормальные барышни так не делают. Так вот. Немножко расслабляешь губы. Все больше популярность среди современных людей набирает дополнительные способы образования, в том числе усиленное изучение английского языка, основа, которая пригодится всегда и везде. Именно поэтому в Центре дополнительного образования «Реноме» делают на эти составляющие важный акцент. Например, здесь есть студии раннего развития. Занятия проходят для детей от 1 года, на которых упор делается на мелкую моторику, речь, общение и двигательную активность. В группах постарше с 5 до 7 лет уже идет подготовка к школе. Кстати, с 6 лет вполне можно приниматься и за английский язык, и, конечно, по особой методике. Я хочу, чтобы вы узнали друг друга получше, но общаемся только на английском. Поехали. Почему ребенок отучился 5 лет в школе и до сих пор нет результата? Потому что не хватает практики. В нашей школе более индивидуальный подход, больше практики, больше возможностей поговорить на английском языке с носителями. Например, недавно у нас проходила программа «Друзей по переписке» со школой в Аргентине. Ребята могли написать письмо своим сверстникам в Аргентине и получить ответ. А письма мы вывесили на доске почета, чтобы мы могли догодиться своими достижениями. Лицензированный центр дополнительного образования «Реноме» имеет большое количество классов, поэтому место для всех желающих всегда с запасом. Кроме того, существуют общеобразовательные группы по русскому языку, математике, физике, химии и обществознанию. Ведется подготовка к ЕГЭ и ГИЭ. А для изучения английского языка есть как взрослые, так и детские группы, в которых максимум занимается по 10 человек. Сын занимается уже 5-й год в Центре дополнительного образования «Реноме». Он спокойно владеет английским языком. В школе помогает освоить другие предметы английский язык, так как у нас вся информатика, все предметы
нуждаются в английском языке. Разговаривает, на олимпиадах занимает в городе первые места. И у нас классный руководитель является учителем английского языка, который видит большой рост и находится в сильной группе лицея. Важно отметить, что каждый преподаватель является специалистом высокой квалификации и обладателем международных сертификатов, неоднократно проходившим языковую практику за границей. Я знаю, что все поступающие к вам проходят своеобразное тестирование. Вот из чего оно состоит, для чего оно нужно? Оно необходимо для того, чтобы узнать, что уже знает ребенок или взрослый, когда приходит к нам в школу. Я сама лично провожу тестирование, я проверяю уровень знаний, это тест, и, конечно же, интервью. Интервью показывает, насколько хорошо обучающийся реагирует на вопросы, способен отвечать на них. И заодно я раскрываю особенности, психологические особенности обучающегося. Существует ли какое-то негласное правило, которое помогает добиться успеха при изучении английского языка? В нашем случае это обязательная обратная связь с родителями. Мы узнаем у них, как чувствует себя на уроке ребенок, какими мыслями он делится, и делимся своими соображениями по поводу его прогресса в английском языке. Родителям при этом не требуется выполнять домашние задания вместе с ребенком, они сами прекрасно справляются. Мы просто узнаем эмоциональное состояние и создаем максимальный комфорт для обучения. Наука на сегодняшний день говорит, что многие врожденные способности детей могут проявиться только при наличии благоприятных для этого обстоятельств. Поэтому чем раньше мы начнем вкладывать в ребенка, тем более талантливым и развитым он окажется в будущем. Вопрос лишь, насколько мы готовы себя посвятить этому. А где лучше развивать детей, вы уже знаете. О, так уж и быть, расскажу тебе секрет. Мой новый любовник пообещал мне к новому сезону подарить шубу в пол. Месяц. Потрясающе. Ой, мало того, пообещал мне к зиме новую Феррари. Потрясающе. Ой, ну и сказал, что на Новый год мне надо как-то вот это все продумать, как-то с работы отпроситься. Пообещал мне на Мальдивские острова. Потрясающе. Что у тебя-то нового? А я вот, знаешь, ну тоже времени даром не теряю. Я пошла на курсы по повышению культуры. О, как скучно. Да, у нас было одно занятие, но я уже кое-что умею. Например, вместо слов «не ты» говорить «потрясающе». Что, ты расстроена? Глупости какие-то. Еще тратить на это время и деньги. Студия Starline успешно работает на рынке отделочных материалов города Магнитогорск с 2006 года. Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик всего того, что вам понадобится в процессе ремонта. Ни с одной другой частью дома человек не контактирует так много, как с полом. Именно поэтому он является одним из важнейших элементов любого интерьера. Паркетное покрытие во все времена пользовалось уважением среди его почитателей. Благодаря натуральным материалам, высокой теплоотдаче, звукоизоляции и длительности срока службы. Ламинат рассматривается как его доступная альтернатива. Он более устойчив к внешним повреждениям, неприхотлив в уходе и отличается широким спектром структуры поверхности. Приходя в нашу студию, не каждый человек знает о том, что мы можем не только привезти паркет, ламинат, там, какое-то другое напольное покрытие, но и другие материалы. Мы можем привезти кафельную плитку, керамогранит, мозаику. Большой выбор у нас дверей, обои по каталогам. Поэтому милости просим в нашу студию. Вот вариант напольного покрытия, штучный паркет художественный. Я считаю, это произведение искусства, и это должно быть у людей в доме. Еще магазин предлагает рельефные украшения, фигурные барельефы, объемный и классический керамогранит отечественного и зарубежного производства, а также плитку ПВХ и пробковое покрытие. Новинка студии – качественные двери производства «Белоруссия» из массива сосны, ольхи и дуба.
стоимостью от 18 тысяч рублей и годовой гарантии станут красивым и надежным дополнением вашего межкомнатного пространства. Весь сентябрь в магазине действует скидка 10% на все и 15% на весь ассортимент обоев. Вашему вниманию представлен большой спектр европейских дизайнерских обоев. Выбрать и рассчитать нужное количество которых помогут опытные специалисты студии. А также вы можете воспользоваться услугой примерки, взяв понравившиеся образцы домой. Магазин предоставляет услугу паркетных работ любой сложности. Укладка штучного художественного паркета, массивной доски под ключ и ее реставрацию. На готовый пол гарантия 2 года. Студия Starline находится по адресу проспект Карла Маркса, 81. Все желающие могут оформить карту «Халва» в Совкомбанке, которая дает возможность воспользоваться 6-месячной беспроцентной рассрочкой. В общем, все обстояло так, как я тебе рассказала. Здравствуйте, дам. Да, здравствуйте. Вам чек, безналичный расчет. Как будем расплачиваться, в общем? Мы что, еще рассчитываться должны? Было бы. Так, давайте, хорошо. Идите пока. Мы сейчас разберемся как. Идите. Юрий, я что-то не поняла. Я вообще рассчитывала, что время съемки звезд как бы бесплатно угощают. Значит, не такая ты и звезда, а я и вовсе чай не пила. Ну, знаешь, я тоже тогда, значит, не пила. В принципе, вот целый чайник можно вернуть. Так, знаешь, мы с тобой все решим, ты не переживай, главное, сиди тут, никуда не уходи. Я сейчас схожу, носик подпудрю. Ты недолго? Нет, нет, я быстренько. Сейчас, 2 минуты и готова. Еще раз здравствуйте. Господи. Я же сказала, подруга придет и рассчитается. Она ушла и сказала, что будете расплачиваться вы. Как это будет? Мне будет удобнее сейчас выйти. Можно мне тоже выйти? Не нужно. Мне очень надо. Пожалуйста. Если только недолго. Пожалуйста. Мы часто откладываем визит к стоматологу, но потом из-за фобий, предрассудков и стереотипов. А ведь современная медицина сегодня способна провести все процедуры приятно и безболезненно. В этом вопросе важно обращаться к квалифицированным специалистам. В стоматологии VivaDent вы можете пройти бесплатно первичный осмотр, на котором внимательный и дружелюбный зубной врач выслушает вас, узнает ваши пожелания и объяснит план лечения. Индивидуальный подход поможет преодолеть страхи. В этом на личном примере убедились уже многие жители Магнитогорска. Я давно являюсь пациентом стоматологии VivaDent. Мне очень нравится обслуживание. Постоянно проходят какие-то акции, бонусы, скидки. Отбеливание и лечение зубов, гигиена полости рта, пародонтология, протезирование – эти и другие виды услуг вы можете найти в стоматологии VivaDent. Здесь бережно относятся к каждому клиенту. Давно известно, что любую проблему со здоровьем проще предотвратить, чем лечить. Плановые осмотры у стоматолога 2 раза в год позволяют предотвратить потерю зубов и сэкономить на их лечении. К слову, стоматология предоставляет возможность выгодной рассрочки с минимальным процентом. При этом после того, как доктор составит план лечения, специалист банка приедет на место, рассмотрит наиболее выгодные варианты и предложит лучшие условия. Также очень приятно, что есть система рассрочки платежа. Благодаря рассрочке платежа можно сэкономить семейный бюджет. Я обязательно приведу сюда своего мужа. Стоматология VivaDent постоянно проводит акции, дарит скидки и бонусы любимым пациентам. Узнать обо всех выгодных предложениях вы всегда можете на сайте vivadent74.ru. Кроме того, среди клиентов проводятся даже лотереи, где вы можете стать обладателем профессиональных средств по уходу за зубами в домашних условиях. Постоянные пациенты знают, что поход к стоматологу клиники VivaDent не только полезен для здоровья, но и приятен. Ведь после каждого посещения вы получаете подарок – пасту или зубную щетку. Не стоит забывать и о своих близких, вы всегда можете приобрести подарочный сертификат на любую сумму. Как известно, здоровье – лучший подарок, а улыбка – признак счастливого человека.
Ира, выходи, я знаю, что ты тут. Бессовестная. Сдергивает она там. Давай, выходи. Ой, ты уже тут? Какая встреча? Какая бессовестная. Зачем ты меня там бросила? Я? Я по делам. Мне официант сказал, что я рассчитаюсь якобы, а ты уже ушла. Я не могла так поступить с тобой. Ир, надо что-то думать. Надо выходить, сдаваться с поднятыми руками. А что, не там стоят, да? Девушки, вам чек сюда принести? Ир, ну надо сдаваться. В конце концов, есть же какой-то выход. Ну, вариант отработки, в конце концов. Я умею мыть полы, посуду, и не знаю там что, голову шефу. Я не умею. Научишься. Жизнь заставит не так раскорячиться. И в конце концов, не мы первый, не мы последний. Пошли, я предлагаю все. Выходить смело. Пошли. Давай, решено. Дорого нам с тобой. Чай обошелся. Ну, знаешь, есть же возможность отработать. Ничего страшного. Вообще, физический труд всегда украшал человека. Ну, а мы с тобой украшаем эту программу. Очередной выпуск подошел к концу. С вами были Ольга Комаркова и Ирина Щербинина. Увидимся с вами в городе, за его пределами, может быть, на экране. Но еще с большей вероятностью встретимся с вами именно здесь, потому что отрабатывать нам с Ириной придется еще очень долго. Девушки, там еще на кухне посуда. Как на кухне? Мы же всего чашку чая взяли. Работать, пошли, пошли. Какая кухня? Унитазы почистили, стекла намыли, полы помыли. Не ворчи, не ворчи. Хорошо ты моешь. Не сердись.